Всем привет, с вами Джо, добро пожаловать на прохождение игры Geometry Dash. И наша цель будет открыть почти, ну все мы не откроем, почти все эти человечки и ачивки. Так, простите за грубую фразу краса. Это сейчас за окно. Сильное достаточно. Так, сейчас настроим. Ну, все настроили. И будем играть с нуля. То есть все уровни на версии 1.7.1. Да. Надеюсь, вам не мешает, что там происходит. Начнем с первого уровня Stereo Madness. Ну, то и пока что легкий уровень, а потом пойдем дальше и дальше. Подойдем. Да. Более сложный уровень, конечно. Будем проходить потом. Последний из этого пока на списку. Он будет проходить матпаки, а потом будем смотреть карты с этих тупо в интернете. И, кстати, вы тоже можете создавать свои карты. Ничего себе. Ой-ой-ой. Если сами можете создавать карты, я буду их проходить. Снимать, если вы именно хотите. Потом пишите ID в комменты. Пусть я взял эту вторую. Так, третью копейку не будем брать, потому что я боюсь, что я сейчас зафейлю. Но я не хочу фейлить пока что, пока я взял эти две копейки, а потом придется заново входить. Так, прошли первую, давайте пройдем заново. Так, вот. Это шо? Сейчас возьмем ее. Так. Да, мы ее взяли. Мы ее взяли. Третью копеечку. Я уже умер там один раз, пока пытался. Но вы, наверное, не видели. Так, возьмем второй уровень. Я не помню, как она называется. Ну ладно, не надо знать имена. Ну, конечно, я не все копейки буду собирать, потому что я их вряд ли возьму все. Но здесь я, наверное, возьму еще одну. Вот последний я не уверен, что возьму. Что же, не помню, где она. А хотя... Второй уровень пройден. Фух. Ну, теперь 6. То есть за 2 игры получили уже 6. Давайте поменяем человечка. Вот. Он мне более нравится. И... Так. Вот здесь я не верю, что я все соберу. Пройдем, но я не верю, что здесь все соберу, потому что я не помню, где они. Пока будем проходить, я буду внимательно смотреть на по карту. Вспомню. Наверное, одну возьмем. Тоже я не уверен, что я одну возьму. Так, здесь придется где-то не прыгать в этом месте. Это еще не здесь. А, вот, да, вот первым точно возьмем. Так, сейчас на сверх, то пускаем. Вот.
много раз. О, фу. Хорошо в то время прыгнул. Ну хорошо, что там было не спрыгнул, я чуть не отпустил. Вот третьему не возьмем. Это я ее потом возьму. Я знаю, как я прыгну, я потом ее все-таки возьму. Уже не уверен, что я сейчас ее возьму. И сейчас я возьму, попробую взять третью. Так, мы взяли третью. Фух. Следующий уровень четвертый. Вот здесь я не помню, все копейки. Вот серьезно. Хотя я знаю, где она, но я не... Одна. Но я не помню. Ну, я не уверен, что я возьму. Но попробовать можно. Она проиграет. Ну, я умру. Но это... Ради копеечки. Ой, это нам... Ой, это не здесь надо было прыгать. Это надо было с первого прыгать, понятно, ладно. Простите. Я просто вспомнил, где еще одна копеечка, я хотел ее взять. Но вспомнил очень поздно, потому что мы ее пропустили. Но там... Так, вот здесь надо. Оп-оп-оп. Я отпустил. Не вовремя. Нет, я отпустил, но сейчас я возьму. Вот мы ее взяли. Копейки нужны для чего, хотите спросить? Чтобы получать новые вещи, цвета и там луку и всякое. Ё-моё. И может быть еще открыть за них уровень клапстеп, потому что 20 штук, а у нас уже 6. Ладно, вот здесь я третью не буду брать. И я, ну, боюсь, потому что там опасно. Вот сейчас следующий сверху. А там будет вот. Я все-таки отвлекся на это очень долго и много снимать. Потому что на компе это не настолько легко, как кажется. И еще я вам скажу. На чем я, ну как я могу играть? Я знаю программу BlueStacks. Если вы не знаете, что, как играть, у меня на канале вы можете найти урок. Фух, последний, ну последнюю не взяли. Да, мы ее не возьмем. Мы ее сейчас возьмем, да, сейчас возьмем. Давайте сейчас поменяем. Мне вот это больше нравится. И вот покемон. Покемон. Так, сейчас мы попробуем. Наверное, сейчас видите только первую попытку, но правда тут уже вторая. Тоже вторая попытка. Сейчас зарезаться уже не буду. Что видели, что я точно дойду до конца. Что я вас не обманул? Вот я прошел до конца. Сначала не показывал, что там пока доехать сюда, я еще умер, вот видите, один раз.
Так, давайте я сейчас войдем в Base After Base. И на практике, как я, наверное, говорил, буду проходить потом за кадром, потому что там буду проходить одно и то же, и интересно не будет. Спой про копеечку. Копеечка — это копеечка, но... То есть, правда, я их не смотрел, где они находятся, если вы так думаете. Я просто уже проходил эту игру. Не знаю, где все, что находится. Вот еще вторую взяли. То есть... Я играл в эту игру очень много, то есть... В школе я ее очень много играю, вообще с третьего. Сейчас уже... Я здесь все собрал, кроме... На пару уровней еще в конце последних по уровню. Там я еще остались по бутылке. А все остальные я знаю, где находится. Да. Все. Пошли этот уровень тоже. Base after base. А, мне тут мух. А чё, улучшили этот копеек, наверное? А нет, или от звёзд. Ну давайте еще пройдем как-то Let Go. Здесь я не уверен, где все копейки. Вспомнить просто. Да. Ну что, здесь под нами была одна копейка, я не помню где. Одну пропустили. Сейчас вторая будет. Ее тоже не возьмем. Ладно уж. Потом возьмем. Последний. Ну ладно, давай сейчас возьмем. Yes. Взяли все-таки. Yes, не фейлнул в этом месте. Обычно я фейлю там. Фух. Так Let Go. С одной копеечкой. Да. Давайте попробуем еще две взять. Пока что нет. Наверное, где-то здесь. Нет, не здесь. Ладно, давайте. Я вам покажу, что такое Practice Mode. Это такая вещичка, кто не знал. Это как простая Impossible Game. То есть такая же фишка, вот. Получая, ну, можно ставить контрольные точки или убирать их. Ой. Простой Impossible Game, то есть простом, это было обычно. А потом сделали так же, как и... Я не помню. А, еще раньше, да? Слушайте, а где она? Я уже не помню. Да. Вон так смотреть, чтобы вдруг там не пропустить. То есть, раз, два, и оп. Понятно, все. А третью копейку тоже знаю. О, вторая тоже знаю. Не понял. Школа звука, потом мы прошли, но мы ее не прошли. Сейчас покажите. Да, не прошли. Давайте эти уберем. Просто мне иногда. Ой. Эти звуки, когда умираешь, да, мне не нравятся. Мне начинают, я начинаю нервничать. И это нехорошо. Меня звуки раздражают просто, когда я умираю. Все взяли. Вот сейчас вы видите, видели, как я обычно беру копейки. То есть
я играю на практике, то есть прохожу и играю, смотрю, где все копейки. И вот. И их потом собираю. Давайте попробуем взять еще вторую. Где взяли? Так. Там. Окей, прошли. Ну, смотрите-ка, люди. В группе наших ВКонтакте, то есть в нашей группе ВКонтакте, есть голосование. Хотите, что я дальше играл, показывал все копейки, проходил эти уровни. Вот. У нас 2 копейки осталось, что это Quick Club Step. Вот. Вот уже все получили. Ну, вот что мы получили за это короткое время. Вот. Ладно. Хотите, ставьте лайки, можете голосовать потом там, можете писать в комментариях, хотите ли вы дальше, что я снимал. То есть в группе ВКонтакте будет голосование стоять. Вот, идите, голосуйте. Если я наберу там минимум 5 или 10, посмотрим. Я отправлю этот ролик. Ну, этот ролик потом буду снимать следующий и дальше, да. Вы можете создать свои карты, я потом их могу проходить. Потом будем проходить эти мэпаки вот эти. Будем, конечно, я буду потом их тупо так подряд проходить. Потом дойдем до демон, то есть тему уровня, начал буду с этих начинать. Я их сам еще не проходил все. Хотя, вру, я их проходил. Кроме там последние 3 демо. А пока они остались, и все, я прошу, все. Фух, люди, давайте. Идите голосовать. Всем пока.